Самые яркие события и новости Орска прошлых лет смотрите далее. Вот, копаюсь в интернете, работу ищу. Залез на сайт ors.ru, посмотрим, что тут у нас есть интересного. Так, это не подойдет. Это тоже не туда. И это не про это. А что, если мне взять да устроиться в информационный портал города на сайт ors.ru? Наверное, это интересно. Набрал нужный номер телефона, поговорил с кем надо и усё, скоро на работу. Надобно кимарнуть немного, чтобы на первом рабочем дне быть свежим, как огурчик. Будильник на пораньше, успею собраться. Кто бы мог про меня вспомнить? Да, все, понял, собираюсь, ага. Rip aside, motherfucker. Дело мне серьезное предложили, ни секунды на размышление. Отправляюсь на задание. Великолепно, не успел устроиться, и на тебе подвиг журналистского дела. Наверное, так оно и бывает, что по первому зову необходимо незамедлительно отправиться на съемки. Ух ты, настоящая погоня! Эта новость должна быть через 5 минут на сайте. Собираем информацию, обрабатываем прямо на месте и через ноутбук загружаем на сайт у нашего героя. Это получается не сразу. Нервишки подводят. Ага, не так-то просто быть журналистом. Нет, участвовать в срочных преследованиях мне не очень понравилось. Я лучше политическим обозревателем пойду. Думаю, там проблем никаких не будет. Пришли в администрацию, все ровно, как я и думал. Записываем речь чиновника. Что-то запоминаем. Ой, ошибку допустил. Да ничего страшного. Хотя нет, страшное есть. Даже очень много страшного. Стоп, это что, мне, политическому обозревателю, нельзя погрешности свои на сайт выкладывать? Меня это не устраивает. Пойду-ка я редактором. Ой, вот это замечательная работа. Сиди себе, редактируй уже готовые тексты. Получай честно зарплату и никаких забот не будет. Но не тут-то было. Допустил нерадивый журналист, наверное, такой, как я, ошибку, а мне ее исправлять. А я и сам не знаю, как это должно быть правильно написано. Вот еще. Проверять журналюк этих не хочу. Пойду модератором. Наконец-то нашел работенку по себе. Сиди, выкладывай объявление. Лепота! Орскру модератор. Читатель позвонил. Говорит, что оставил на сайте объявление, а его нет на страничке. Я и так объяснил. И сяк говорил, что, мол, не в том разделе оставили информацию. Цензуру сообщение, мол, не прошло. Не понимают. И вдобавок пятиэтажной цензурой меня наградили. И модератором не получилось. И фоторепортер я никакой. Тоже мне позвонил житель города. Срочная информация, все сорвались на съемки. Надо оно мне это? Ну, не знаю, надо или нет. Но как работает информационный портал нашего города, я рассказал. А в следующей программе в рубрике «Как это работает» еще кое-что интересное. Михаил, дежурный по рубрике.